обычной жизни эти люди делают город чище, ярче, уютнее. Сегодня, в день 375-летия Ульяновска, водители спецтехники примерили на себя роль артистов. С удивительной филигранностью они выписывают на тяжелых автомобилях, тракторах и автобусах причудливые пируэты на площади. Все под музыку, все со смыслом. В общей сложности у нас было 6 сцен. Каждая была представлена своей разной техникой, автомобильной, да? И в разные сцены было включено разное количество техники, чтобы показать, как они взаимодействуют. Где-то они работали пары, где-то они работали все вместе ансамблем. Где-то была любовная тема, где-то была тема дружбы и строительства и профессии. Где-то была тема просто взаимодействия и так далее. 6 сцен слились в одну – сцену любви к родному городу. Всю эту технику ульяновцы привыкли видеть в работе. Водители, соответственно, выполняют только ту работу, которая необходима. Сегодня же, в день города, на главной площади Ульяновска, водители-профессионалы имеют возможность, что называется, пофорсить на своей спецтехнике и продемонстрировать ульяновцам всю ее красоту и мощь. Красоту и мощь готовы продемонстрировать и следующие участники праздничной программы. Спецтехника уступает место спортивным болидам. Вместо плавных движений и легкой музыки – свист покрышек, запах сжженной резины и рев двигателей. Черный BMW E30, Куликов Андрей сейчас находится за рулем пилотирования своего болида. Кстати, автомобильная составляющая праздника задумывалась не только ради шоу. Параллельно с показательными выступлениями дрифтеров здесь проходил автомобильный инженерный фестиваль «Профдвижение». Фишка вот этого фестиваля, она отличается от всех, наверное, мероприятий, которые мы до этого проводили, в том, что наши работодатели Ульяновской области, они пошли нам навстречу, как только мы им предложили эту идею фестиваля, они сказали, они прям поддержали нас всеми руками. И сегодня лучшим ребятам, вот вы можете видеть, за мной стоят автовыставка ребят, которые дорабатывают свои автомобили у себя в гараже. И, соответственно, три лучших победителя этого фестиваля, они получат приглашение от работодателей на работу, соответственно, без любого испытательного срока. То есть работодатели готовы их уже сейчас взять на работу. Ну и какой праздник без теплых слов и поздравлений любимому городу, который не может заглушить ни музыка, ни рев двигателей спортивных автомобилей. Я поздравляю, это город прекрасный. Очень рад, что так вот отмечаете. Очень приятно здесь находиться. Всем желаю, жителям города, процветать. Также развивать наш город и дальше. Всего самого-самого. Все хорошо. Всех ульяновцев с праздником. С юбилеем. Поздравляю горожан с праздником. Желаю всем успехов, благополучия. И все будет у нас замечательно. Мы хотим пожелать ульяновцам всего хорошего в этот прекрасный день. Пожелать здоровья всем, мирного неба над головой. И всех с праздником, с Днем города. Давай. С праздником. С праздником.